Завершим последнюю в этом году программу новостей и культуры фрагментом видеоклипа, который снимался в начале этой недели на Красной площади, на Катке. Ансамбль песни и пляски Росгвардии в полном составе исполнил знаменитую рождественскую песню Джорджа Майкла «Last Christmas». Руководил процессом худрук ансамбля генерал-майор Виктор Елисеев. Смотрите и слушайте, какие голоса, какие эполеты.